Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре новая аркада про свинку на Android, которая вышла совсем недавно. Я уверен, она наберет популярность, потому что, ребята, игру создавали Crazy Labs. Это такие популярные игры, как «Беги, сосиска, беги», «Мошенник Том» и очень-при-очень много остальных популярных, в принципе, игр. А также, ребята, в разработке этой игры приняла участие компания Березнев Games. От этого разработчика есть очень-при-очень популярная игра под названием «Flipping Knife». Ну что, я думаю, давайте начнем. Здесь мы, получается, бежим как бы свинкой и нажимаем как бы на экран, а также можем собирать и других свинок и просто-напросто, ребята, ищем себе приключения на задницу. Так, ну что, опаня, очень, в принципе, трудненько это все. Это реально очень трудно, не все так просто, как вам сейчас кажется, поэтому... Так, блин, почему-то опять не туда нажимаю. А, здесь очень просто все. Влево-право нажимаем на экран и как бы все, бежим. Только не так, как я сейчас, конечно, чуть-чуть поучиваю, я думаю, вы будете бежать, но все же. Блин, аккуратно. Держимся. Я хочу, ребята, хотя бы набрать сейчас 100. Это пока что сейчас моя цель. А также попрошу, ребята, вас поставить лайк под этим видео, подписаться на канал по возможности. Ну, сейчас мы все-таки будем, ребята, пытаться набрать 100 очков. Это, ребята, сейчас наша цель. Конечно, не очень слишком много, блин. Но все же, ребята, мы должны это сделать. Так, давайте заберем эту свинку. Так, Почему? Так, вот поэтому вы должны ее скачать и проверить свои навыки бегания со свинками, блин. Так, пока все отлично. Держимся, ребята. Собираем остальных свинок. Ну, в принципе, если хотите, да. Если не хотите, то, в принципе, не собирайте. Но желательно, чтобы было вам легче. А что, я проиграл уже, что ли? Так, ну что, я все-таки отдаю эти 50 монет, чтобы продолжить. Потому что остается нам все-таки чуть-чуть до 100 очков. Это, конечно, сейчас мало 100 очков для кого-то, но я думаю... Для начала такая цель, думаю, нормально, да? А если вы, в принципе, вообще про-игроки, то я думаю, скачивайте и побивайте вообще все рекорды в этой игре. Но все же я пока что набрал 80. Я думаю, спокойно можно набрать 100 и больше, если довольно такая дольда. Блин, не так сказал. Если довольно-таки долго поиграть в эту игру и просто-напросто натренировать свою руку, чтобы, блин, быть вообще лучшим в этой игре. Так как я сейчас просто играю... Первый раз, так сказать, можно в эту игру, поэтому я еще не так уж сильно в нее хорошо играю. Ну, все равно, как видите, это довольно-таки все легко, все просто. Не так уж и трудно, как вам сейчас будет казаться. Вроде это я уже говорил. Вот. Так, ну что, 82 очка у нас уже есть. И тут-то, что у нас? Давай, держимся еще чуть-чуть. И да, 100, все, ребята, цель выполнена, 101. Это было очень круто, крутая аркада про свинку. А, здесь, ребята, смотрите, давайте сейчас умрем, чтобы вам показать, что здесь еще есть другие миры. Смотрите, вот такие вот, которые можно также открывать, в принципе, за денежки. Но пока что у меня нет ничего, поэтому это все. И всем спасибо за просмотр, до скорой встречи, пока.